Разбрелся поначалу, просто, грубо говоря, они стояли там, регистрировали концерт. Они были в залах и снимали. В основном не были в залах. Ну, какой-то поюзали просто у нас. Все, и не то, что там было возможно что-то ходить. Там кругом какая-то охрана, все очень на взводе, и мы просто там человек 7 сидели и возились с проектором.